ты сейчас делаешь то, что я захочу, или я тебя сейчас на фарш пущу. Мама сказала, чтобы ты убрался в комнате. Тебе надо, ты убирайся. Ой, правда? Интересно, что же она скажет, когда узнает, что это ты вчера вылил в унитаз ее любимые духи? Да ладно, где швабра лежит? Где? Швабра под мойкой. Так хочется мороженого, сгони-ка в магазин, а? Хочешь ты, иди сама. Мам, а Дима? Где кошелек? Кошелек, где? Кошелек в сумке. Вонючий говнюк. Я возьму тебя за руки и за ноги и выкину, знаешь, куда? К вампирам, оборотням и ведьмам. И твою пипирку откусят и заколдуют так, что ты никогда больше не сможешь ее теребонькать. Чем вы вообще его родили? Вам что, одной дочки мало? А я вчера у Кристины под кроватью нашел журнал с голыми мальчиками. Маленькая, это не голые мальчики. Ты захлебнулся в какашках гномика!